Но уже в 3 часа дня инвесторы снова были в мэрии, на сей раз, чтобы предотвратить рассмотрение вопроса уже на другой профильной комиссии. Это была комиссия земельная по уже рассмотрению передачи в аренду земли, как и к тому же кооперативу «Морской», как и другим. Но еще до начала заседания комиссии к инвесторам вышел ее председатель Олег Брындак и заверил людей, что вопроса о земле под их жилым комплексом в повестке дня нет и что его не внесут, как это часто бывает в Одесском горсовете, с голоса. Точно сегодня повестки дня этого вопроса нет и не планировался. Повестка дня на комиссию формируется заранее, и она есть на сайте городского совета. Вы можете сразу убедиться, что там есть, чего нет. Инвесторы передали Олегу Брындаку пакет документов, среди которых и требование немедленно остановить работы, которые на территории ЖК проводит компания «Адеком» и кооператив «Морской-1».